На этом видео я хочу перевести еще один вопрос и ответ Рава Тверского. Наверное, более правильно было бы называть эти видео не переводы Рава Тверского, а скорее уроки на базе какого-то письма Рава Тверского. Потому что, как обычно, я что-то добавляю от себя, то, что Равин не писал. Я стараюсь разделить между тем, что мне кажется, и тем, что написал Равин, чтобы не цитировали потом неправильно, говоря, Рав Тверский так-то говорит, а это на самом деле слова мои, а не Рава Тверского. Но, в общем, без сомнения, я не переводчик, я именно стараюсь что-то рассказать на базе, да, использую скорее ответ Рава Тверского или Рава Миллера или историю Рава Зелига Прискина. Я использую их как трамплин своего рода, чтобы что-то еще рассказать. Так вот, данный вопрос, мне кажется, очень важный, и много можно было бы говорить на темы, близкие к этой, а именно насчет типы характера, как по-английски personality types, в отношении женитьбы. То есть пишет женщина, которая говорит, что у меня очень хороший муж, и когда его проверяли, у него были прекрасные, как говорят, references, да, прекрасные рекомендации, и мои родители все сделали как положено, проверили его, и у меня было, да, никаких причин не было за него не выходить замуж. И у нас неплохой брак, но мы, насколько вообще можно себе представить, мы разные. У нас совершенно разные типы характера. Как она говорит, насколько я могу быть кенегдо, насколько вообще это возможно. Она подсказывает идею, которая известна, слова наших мудрецов, что эзер кенегдо, что Тора называет хаву, да, женщину, эзер и кенегдо по отношению к ее мужу. То есть она может ему быть помощницей, а может быть напротив него, как бы против него. То есть хочет сказать женщина, которая написала письмо, что она очень-очень отличается от мужа, диаметрально противоположна по характеру, и поэтому вот можно ли как-то что-то с этим сделать. Конкретно в ее случае разница в характерах вот в чем выражается, что он очень такой холодный человек, очень пунктуальный, очень не гибкий, очень требует все, не то что требует, он никогда не критикует, как она пишет, открыто, но она чувствует, что он не очень ей доволен, потому что он любит все, что было сделано очень педантно, как говорится здесь по-английски perfectionist, что любит perfect, любит, чтобы все было на все 100% сделано, в точности, великолепно исполненная работа. А она очень эмоциональный человек, и хотя она считает себя вполне хорошей женой и дом держит в чистом и хорошем состоянии, но все равно она далека от того, чтобы быть, как говорится, perfectionist, да, чтобы сделать все точно, и далеко от того, чтобы быть педантной женщиной, и в том числе вот когда они должны куда-то идти, что он хочет быть ровно, да, вовремя прийти. У нас это называют еки, да, что немецкие евреи обычно они очень точные, что говорят в шутку, что если зайдешь в их синагогу, то 5 минут до начала молитвы еще никого нету, и ровно в начале молитвы уже все собрались. Никто не приходит раньше, никто не опаздывает. Все очень пунктуальны и педантны в этом отношении. Вот. Если, скажем, во многих местах, когда приглашают на свадьбу, если написано 6:30, то имеется в виду, что начнется, наверное, в 7:30, да, или еще позже. А вот у немецких евреев, если написано 6:30, то это 6:30. И они приходят именно в 6:30. Так вот, получается, что ее муж имеет все вот эти вот качества, которые неплохие качества, но в ее случае это прямая противоположность ее самой. Так вот, что им делать? Я сначала переведу то, что сказал Рав Тверский, а потом добавлю то, что мне кажется насчет общего вопроса. Ну, он говорит, что, во-первых, не обязательно, чтобы муж и жена были с одинаковыми качествами. Кстати, идея разделения на группы характеров, да, что, конечно, каждый характер уникален, каждый человек уникален в мире, но есть попытки разделить их на какие-то группы. И это уже давно происходило, древние греки это делали, Легавдил наши мудрецы, особенно каббалисты, часто обсуждали, да, разные есодоты, из которых выходят разные типы людей. Например, Балатания вначале от имени Раби Хаима Виталя, главного ученика Ризаля, да, от имени Шарики Душа обсуждает это. Это известная идея, что можно делить людей на какие-то группы, что характеры людей делятся на какие-то группы. Сегодня есть тоже разные попытки, кажется, есть 12 групп, одна из попыток, есть другие попытки. Во всяком случае, есть, без сомнения, какие-то возможности как-то это все рассортировать людей на какие-то общие группы хотя бы по характеру. Хотя я не всегда убежден, что это так уж хорошо работает. Например, когда
один человек хотел объяснить, какой у меня характер, они мне сказали, в том числе, что я, как говорится, интроверт, а не экстраверт. И меня это очень удивило, потому что я думал всегда, что я экстраверт во многих отношениях. То есть все люди, как бы, это комбинация обоих, наверное, но мне кажется, я гораздо больше экстраверт, чем экстраверт. Но, в всяком случае, по тем определениям, которые обычно даются этому. Я просто хочу сказать, что вообще это все не так просто и не так однозначно. Но, допустим, можно людей разделить на характеры какие-то, на какие-то группы. Так Робетверский говорит, что то, что у жены и у мужа разные характеры, это ничего плохого там нет. И наоборот, даже если они будут очень уж похожи, то будет немножко скучновато. Да? Женитьба между двумя людьми, которые очень-очень похожи, это не всегда идеальный брак. Вот. Но что касается того, что минимум, да, требуется, чтобы получился успех в браке, это, говорит, в случае мужа, чтобы он был Тальмид Хахам с хорошими качествами. Я бы даже сказал в обратном порядке. Хорошие качества, ну и знаток Торы, это, конечно, неплохо, это, без сомнения, полезное качество, знаток Торы, Тальмид Хахам, да. Но главное это качество и по отношению к ней, и по отношению к нему, чтобы люди были не злобные, знаете, не готовы были идти на компромиссы, это все очень важно. Кстати, если уж говорить о хороших качествах, то у этого мужа, как она его описывает, какие-то из его качеств могут иметь положительную сторону, но, скажем так, это не идеальные качества, когда человек не гибкий и не готов особенно идти на компромиссы, и вот очень такой педантный. Даже если он это не выражает открыто и не кричит на нее, и не злится, а просто вот недоволен тем, что она не такая, как он, и не выполняет все, как он хочет. В всяком случае, конечно, никто не поспорит с тем, что написал Робетверский, что хорошие два параметра в отношении выбора мужа – это Тальмид Хахам с хорошими качествами. А то, что, говорит, он не такой эмоциональный, как ты, это не значит, что он неглубокий или что у него в действительности нет эмоций, что он как робот своего рода. Нет. Имеется в виду, может быть, что он не демонстрирует, да, как он говорит по-английски, есть люди не эмоциональные, а есть люди не демонстративные, не demonstrative. Да, они не показывают свою эмоциональность. Может быть, в глубине души он очень, так сказать, глубокий, имеет чувства и по отношению к тебе, например, да, любовь. Но просто он не такой тип, который обычно это показывает. Его семье, наверное, было не принято показывать собственные чувства. Вообще у мужчин чаще принято не показывать свои чувства, чем у женщин, которые обычно очень экспрессивные в этом отношении. Это я уже добавил. В общем, он говорит, что в каждом браке нужно, чтобы обе стороны шли на какие-то компромиссы и пытались найти возможность, да, чтобы вместе построить что-то общее, да, если каждый будет немножко двигаться к общей серединке, так сказать. И поэтому ты, например, можешь со своей стороны стараться быть более педантной, более пунктуальной. Если, скажем, нужно выходить из дома в 6:30, то неужели так сложно приготовиться к 6:30, а не к 7, например? Да, я уже от себя добавлю, в действительности, если она просто приведет часы на полчаса вперед и будет вести себя как будто, да, уже 7. Я, например, удивляюсь, некоторые люди всегда опаздывают в синагогу, но всегда ненадолго, допустим, на 10 минут. Почему нельзя перевести часы просто на 10 минут вперед, да, на 10 минут раньше встать, все делать на 10 минут раньше? Неужели это так сложно? Вот. Мне рассказывал, кстати, мой друг, что они в каком-то лагере были, так там раввин сразу сказал всем перевести часы на несколько часов вперед. Тогда им кажется будет, что они идут спать поздно, как большинство детей любят, молодых людей любят идти спать поздно, а вставать тоже поздно. Так они будут вставать, допустим, в 8 утра, и будет казаться, что уже 11, допустим, если на 3 часа перевели. И также идти спать, например, они будут, предположим, скажем, около 12, а им будет казаться, что уже там 3 часа ночи, о, дали идти спать очень поздно, они очень довольны. Вот. Это же вопрос только субъективный, какая разница, часы просто перевели, и будет казаться, что другое время. Так вот, он, во-первых, говорит, что ты должна постараться что-то, какие-то компромиссы, на какие-то компромиссы идти, например, быть более пунктуальной, раз для него это важно. С другой стороны, ты можешь с ним поговорить, попросить его пойти на какие-то определенные компромиссы. Например, сказать, я понимаю, что у вас в семье не принято, и тебе тяжело, так сказать, быть экспрессивным, показывать свои эмоции. Но мне так тоже тяжело, и поэтому, хотя у тебя, так сказать, натурально это не получается, как у меня,
Но если можешь, да, ведь это напоминает одну историю, которую я слышал, что один человек никогда не говорил жене, что он ее любит. И его спросили, может быть, раввин или какой-то консультант, когда жена пожаловалась, что почему ты не скажешь, что я тебя люблю? Он говорит, да я уже сказал, когда мы встречались, да, когда мы поженились, я и сказал, что я ее люблю. Если бы что-нибудь изменилось, я бы сказал, да, что вещи изменились. Раз я ничего нового не сказал, значит, я продолжаю ее любить. По умолчанию я все время люблю. Выражать это я не собираюсь лишний раз. Вот. В общем, нужно попытаться, да, поговорить с ним, что, может быть, он сможет быть более эмоциональным или показывать больше свои эмоции. И если действительно он старается для тебя тоже, то тогда возможно, что он сможет это сделать. В общем, не надейся, говорит, на большие изменения сразу, все это происходит постепенно. И вообще, да, привычки очень трудно менять. Но если у вас у обоих будет терпение, то постепенно какие-то изменения произойдут. Что я хотел добавить? Я хотел добавить еще вот идею каббалистическую, что некоторые каббалисты будут говорить, что вот такой-то, такой-то не должен жениться на такой-то девушке, потому что они там из разного корня. И, видимо, тоже считают, что и характер, соответственно, будет разный из-за этого. Что один там, допустим, из воды, другой там, допустим, из огня, вода тушит огонь или что-нибудь в этом роде, знаете. Какие, так сказать, группы с какими работают, а какие не работают, по мнению этих каббалистов. Так вот, знаете, что все это очень натянутые вещи. Во-первых, есть много разных интерпретаций. Я помню, как какой-то каббалист, один из таких каббалистов, мне сказал, что вот ты из такого-то корня, и девушка должна быть из такого-то корня. А когда я стал этот вопрос изучать, оказалось, что по Гра там вообще все по-другому, и корни совсем другие. Да? Гра в комментариях к Малахим и в других местах, в Ликутим, у него там совсем другое разделение, в зависимости от того, когда ты родился, да, и какой месяц там соответствует какому корню. Одно это уже должно насторожить, что если есть столько разных мнений, да, что, может быть, по одному мнению он и она оба будут из ветра, например, а по другому мнению там как-то по-другому. Да, это в точности напоминает идею, которая сказана в Шулхан Арухе, не спать с востока на запад, спать с севера на юг. Но по Каббале Аризаля получается наоборот, что нужно именно с востока на запад ставить кровать. И так правильно в Каббале. Так некоторые ахроними написали, что так как есть такой диспут, что как не поставишь, в результате по какому-то мнению будет правильно, а по какому-то неправильно. По всем мнениям не сделаешь, а с другой стороны, по какому-то мнению всегда будет правильно. Поэтому лучший вариант просто сделать по какому-то мнению и не беспокоиться обо всем этом. И так пишет Аруха Шуха. Поэтому, на мой взгляд, то же самое с этими всеми корнями духовными. Если там кто-то вам посчитал по Каббале, что вам не подходит какая-то девушка, или наоборот девушке, что этот мужчина не подойдет, то я бы на вашем месте не беспокоился во всех вещах. Тем более, потому что они на руках там смотрят, по линиям руки и еще все подобное. На мой взгляд, нужно проверять обычными методами. Если люди друг другу в принципе подходят, то что у них разные немножко характеры, об этом я бы не беспокоился, или нет, отойти.